Всем привет! В этом видео хочу показать, как можно в небольшой кухне 6 квадратных метров расположить все максимально комфортно и при этом сэкономить место. Для того, чтобы сэкономить место, мойку разместили в окне. Мойка глубокая, смеситель высокий. Под мойкой достаточно места. Здесь поместился очиститель, электрогриль, еще есть место для того, чтобы что-то поставить. Внутреннюю часть окна утеплили. Сбоку, по окну и снаружи по окну. Для того, чтобы не появлялась сырость под мойкой. Установили окно такой модификации, для того, чтобы оно без проблем открывалось. Сушарку для посуды разместили здесь. При таком расположении кухни это очень удобно. Справа от мойки находится посудомоечная машина. В окне достаточно места для ее расположения. Вот она. Газовая труба врезана в полочки. Вместе с счетчиком. Вытяжка телескопическая. Между варочной поверхностью и духовкой расположили ящик для приборов. Для микроволновки нашли место здесь. Раньше на кухне стояли двери. Двери открывались в внутреннюю сторону. Это очень неудобно, поскольку они тоже занимали место и проход очень узкий. И поэтому мы сделали проход аркой и установили мощную вытяжку для того, чтобы запахи не шли в остальные комнаты. Установили барную стойку. Нам двоим этого достаточно. Здесь можно поставить и третье стуло. Также можно поставить и детский столик для кормления. Этой кухней пользуемся уже год. Такой планировкой остались довольны. Надеюсь, это видео вам станет полезным в вашем ремонте. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Еще будет много интересных видео. Всем пока!